В Нягане создадут первую в Югре особую экономическую зону. Здесь для предпринимателей введут улучшенные финансовые и льготные налоговые условия. Предполагается, что ее резидентами станут предприятия пищевой промышленности, газопереработки, лесозаготовки, а также строительные фирмы и IT-компании. На открытие особой экономической зоны планируют привлечь средства крупных российских инвесторов – более 2,5 миллиардов рублей. Заявку на создание такой структуры планируют отправить Минэкономразвитие уже в феврале. Нягань выбрали не случайно. Муниципалитет связан с железной дорогой в северном направлении с портовым поселком Приобья, автомобильной дорогой с Ханты-Мансийском, Тобольском и Тюменью, в юго-западном направлении с Екатеринбургом и Серовым. В целом для региона создание промышленной инфраструктуры очень актуальный вопрос. Без таких вот решений, без таких проектов развитие практически невозможно. А реализуя такой масштабный проект, мы, конечно же, рассчитываем на привлечение масштабных больших инвестиций и соответствующих инвесторов. Это позволит создать условия для развития на всей территории и для Нягани, и для наших соседей, и для районов. Ну и, безусловно, создание производств, это создание новых рабочих мест. Ну, а для нас это еще и экономика. Синергетический эффект, который должен быть от, возможно, крупных инвесторов, позволит развиваться и малому среднему бизнесу.